благодарим министра за участие в церемонии открытия.
перед взятием сложных победных вершин, от соперников взгляда не пряча. Мы от чистого сердца, от всей души пожелаем друг другу удачи. А когда о финале нам игр возвестят залпы пушек разных калибров, будем следующей встречи с надеждою ждать. Будем ждать вас, армейские игры.